Даулбаев мне не помог, ни господин Касымов не помог мне, ни администрация президента, никто не помог. Я невиновна в клевете. У головного офиса детища президента, правящей партии Нур-Отан, Наталья Уласик пытается докричаться до больших начальников. Специально для этого она приехала из Жезказгана. Наталья говорит, что ее незаконно осудили за клевету, на год условно. История бытовая. Женщина обвинила сожителя в воровстве. В итоге сама получила срок. Я знаю, что меня могут в психушку отправить. Я знаю, что меня могут сейчас посадить, оштрафовать. Я все, на все согласна. Я невиновна в клевете. Дайте мне пройти полиграф. Потому что никто не хочет в этой стране расследовать. И я не могу с этим жить. Дом остался, сын инвалид у меня закрытый. На встречу пикетчицы вышел заведующий общественной партии Нур-Отан Жумажан Жукенов. Беседу он предложил провести в партийных стенах, без свидетелей. Мы сейчас разберемся по вашей проблеме и законным образом мы рассмотрим. Пойдемте. Вместо того... Через час аудиенции Наталья Уласик наконец вышла из здания. На честное слово ей в партии, судя по всему, никто не поверил. Поэтому условная клевечица вновь потребовала: дайте возможность пройти тест на детекторе лжи. Технике Наталья, как, впрочем, и большинство граждан, доверяют куда больше, чем казахстанскому правосудию.